Наркоконтроль Чувашской республики в очередной раз работал телефон доверия. Звонок поступил от чебоксарца. Мужчина сообщил о неадекватном поведении двух молодых людей в подъезде одного из домов Новоюжного района. На место выехала оперативная группа. На месте обнаружила двух граждан, у которых было обнаружено наркотическое средство синтетического происхождения. В ходе беседы с данными гражданами они пояснили, что данное наркотическое средство было приобретено ими посредством сети интернета. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Управление наркоконтроля призывает жителей республики быть бдительными и не оставаться равнодушными. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Телефон доверия работает в круглосуточном режиме. Его номер 230100.